звонят московские МЧС, сказала мы, не-не-не, Серпухов, в результате звонит нашему калужскому МЧС, который мне звонок передал. Я отправила Кристине, Кристина поплакалась, мне сказали, что типа все известно и занимается природонадзор. Мы умыли руки, косулю сбили. Я знаю, как они занимаются, они ее утилизировали, скорее всего, или утилизировали. Здорово. Сова, не просто сова. Не знаем, пока ничего. Не знаю. Так, тебя подбили? Нет, так нормально. Крыльями махала, кохтила. Что ты делала в центре города? Объясни мне. Что ты там потерял? Ну, упитанность нормальная, не худая. Очень даже ничего. Нормальная упитанность. Глаз немного подшили. Понятно, активно, отлично. Так, ну я думаю, ты посидишь на балконе, а вечером мы тебя выпустим. Перо целое, крылья работают, а кольцо мы выпустим. Нечего делать ей тут. Все. Я думаю, ты не будешь. Нет, немножечко посидишь, выпустим.